Приветствую. В очередной раз хочу поднять такую тему. Это когда вы, даже жертвуя своими родными, самыми близкими, идете, помогаете тем, кто-то уже родной, но, видимо, важнее, да? Ну, кто не думает о том, что вы, допустим, хотите кушать после работы, совсем просто не думает, зачем? Кто не думает о том, что вы устали после работы, кто не думает, в конце концов, о том, что вы должны помочь что-то своим родным, когда те болеют, допустим. Таких людей я называю эгоисты. И никогда они ничего не поймут и всегда будут делать так, как нужно им. Это может быть хоть ребенок, это может быть хоть взрослый, вообще абсолютно хоть кто. Умейте, если вам уже вокруг тоже говорят, хотя бы сообщить об этом им, ну то, что как бы нужно время выбирать для того, чтобы им помогали, а не так, что вот они развлекаются, им нужно в тот момент, когда вам помочь нужно, либо там сами вы голодные, либо вы уставшие, да, вам нужно бежать, помогать туда, подумайте о том, что не спекулирует ли вашим вниманием ваши, пусть близкие, родные, самые важные. Потому что пока вы им не скажете, они никогда не поймут. Причем так интересно, иногда своих таких же родственников, там хоть детей, хоть родителей, кого-то братьев, сестер, не просят об этом. Просят только вот определенных, кто, как говорится, посадит на себя и повезет. Очень важно четко понимать, где необходимость четко, а где просто развлечение для них, а вы должны вот так вот бегать вокруг, даже не думая о том, что вы нужны больше-то еще своим близким, с которыми вы живете в данный момент, которые, возможно, болеют, которым, возможно, плохо.